Thank you so much for your chanting. Спасибо всем за ваше воспевание сегодня. And of course, today is Ekadashi, so it's a very special day, at least here, it's Ekadashi. Сегодня также особенный день, думаю, большинство из вас, сегодня день Экадаши. And it's also Gita Jayanti, the appearance day of the Bhagavad Gita. И также сегодня день явления Бхагавад-гиты, Гита Джаянти. And on top of all that, there is a special month, the December month, which we have termed Srila Prabhupada's Christmas Marathon. И еще вдобавок ко всему этому, сегодня наступил уже недавно декабрь, и декабрь для преданных является марафоном, рождественским марафоном книг, распространения книг Шрилы Прабхупады. Yeah, when the devotees told Srila Prabhupada that the December month, the non-devotees are very busy purchasing different things for giving as gifts for Christmas. Когда преданные сказали Шриле Прабхупаде, что обычно декабрь для всех это такой очень занятой месяц, когда все бегут за подарками, покупками. So then he suggested, well, why don't you capitalize on this month and distribute books? И он предложил, что пускай этот праздничный месяц будет нами захвачен, капитализирован как месяц распространения книг. Because in any way, most of the things that are being offered have no value. We have to buy things that we don't want. This is a waste of time. So he suggested if you go out and distribute the Bhagavad Gita and other books, then that will be of great value. Потому что зачастую нам предлагают то, что не имеет никакой ценности, мы вынуждены покупать то, что нам особо не нужно, и это является тратой времени и денег. Но Шрила Прабхупада предложил, что почему бы вам не распространять то, что действительно ценно, Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, другие книги. And once when a devotee came into Srila Prabhupada's room with a newspaper, because he encouraged the leaders to read the latest news, the daily news, just to at least be conscious of what's going on in the material world. Однажды ученик зашел в комнату Шрилы Прабхупады с газетой, поскольку Шрила Прабхупада, он говорил, что лидеры должны быть в курсе событий в мире, читать газеты, чтобы понимать, что происходит. So when Prabhupada saw this newspaper, he asked the devotees, so what is the news today? И он тогда спросил этого преданного, ну что, какие новости сегодня? What are the rascals saying today? Что эти негодяи напечатали сегодня? And he went on to explain how we understand the value of a newspaper, but when it's read, it's thrown in the garbage bin. Он объяснил, что ценность газеты заключается в том, что как только мы ее прочитали, мы выбрасываем ее в мусор. Она уже не имеет никакой ценности. So, in other words, it really has no value at all. То есть, по большому счету, она в принципе не имеет никакой ценности. However, if one purchases a Bhagavad Gita or any other of our literature, then there will be more of a feeling to cherish that book because it has some value. И противовес этому, если человек получает в руки, получает Бхагавад-гиту или другую нашу литературу, уже с самого начала ощущается это чувство, есть ценности и ценность того, что and may cherish it for the rest of
his or her life. И эта ценность, это как бы наслаждение этой книгой, она будет длиться до конца его жизни. And he mentioned how this knowledge is giving hope to the people. Также он говорил, что это знание дает людям надежду. He says, so it may take some time, but one day this rubbish literature. Это может занять какое-то время, но однажды вся эта мусорная литература. Rubbish philosophy. И никчемная философия. Rubbish culture. Также помойная культура. It will be replaced. Она будет заменена. This is my ambition, that so many people can become enlightened. Такого мое желание, биться, чтобы люди, как можно больше людей, они обрели просветление. And he also mentioned how the communist movement was spread by the propaganda of producing books. И Шрила Прабхупада говорил, что упоминал, как коммунизм распространился именно благодаря тому, что распространяли соответствующую литературу. And in regards to his own books, he said once that if the leaders of the society knew the contents of our books, because it's completely the opposite of their own goals, then they would not have allowed us to distribute them. Касательно своих книг, он говорил, что если бы лидеры общества знали, что содержится в этих книгах, поскольку цели, которые там описаны, они радикально отличаются от того, какие цели у этих лидеров общества, тогда бы они не разрешили их печатать вовсе. He said, but now it's too late, the books are already out there. Но сейчас уже слишком поздно, поскольку книги уже распространены. So all of you came to Krishna consciousness because of Srila Prabhupada's books. Because without the knowledge, without an understanding of what Krishna consciousness is, you wouldn't have become a devotee. И все из вас пришли в общество сознания Кришны благодаря книгам Шрилы Прабхупады, поскольку если бы не философия и описание того, что собой представляет сознание Кришны и практика этого, то вы бы не стали преданными. So this marathon, this Christmas marathon, is an opportunity for us to capitalize on distribution of Srila Prabhupada's books. И поэтому декабрь — это месяц новогоднего марафона Шрилы Прабхупады, распространения книг, и мы можем вовсю посвятить себя ему. And of course there are a lot of benefits even for the devotees who distribute the books. What to speak of receiving a book, the one who's distributing the book, Krishna's own statement is that there's no better devotee than one who distributes this knowledge. И это благо распространения книг, оно приносит, этот процесс распространения книг приносит благо не только тому, кто распространяет, но также еще больше блага тому, кто получает эти книги, поскольку Кришна в Бхагавад-гите говорит, что нет лучшего и более дорогого мне человека, который делится этим знанием с другими. And in the Srimad Bhagavatam there is a verse which explains that a devotee who keeps for himself the knowledge without distributing it, then it's like a container of water which has a hole in it. So in other words, whatever knowledge you gain, if it's not distributed to others for their benefit, for the welfare of others, then gradually your knowledge will disappear. И также в Шримад-Бхагаватам есть цитата и стих, в котором приводится сравнение того человека, который, обретая знания, не делится им с другими, сравнивается он с кувшином, с щелью, с трещиной в нем, через которую вся вода, она вытекает.
And one time a devotee mentioned to Prabhupada that he had chanted 64 rounds that day, and then Prabhupada asked him, so then what did you do? Which meant that he was not very impressed. So you chanted 64 rounds, but then what did you do? И однажды ученик поделился со Шрила Прабхупадой, что я сегодня повторил 64 круга, на что Шрила Прабхупада задал ему ответный вопрос. Ну и что ты сделал после этого? Другими словами, он был не особо впечатлен тем, что он сделал. He was not impressed because his mood was that the world is on fire and we must go and give this knowledge to the world. И другими словами, он был не впечатлен, поскольку весь мир находится в огне, он пылает и нуждается в том, чтобы мы шли, распространяли это трансцендентное знание. He was giving this point, the world is on fire because the world is trying their hardest to get some material enjoyment from their activities. Он объяснял, что мир находится в огне и пылает, поскольку люди, они стремятся все больше и больше найти разных способов для чувственного удовлетворения. Busy, 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 making progress, so-called progress. Они вовсю заняты тем, что стараются обрести какой-то прогресс. Progress means going forward, but it seems to me that from what I've seen, at least from what I've seen, there's no forward motion. It's all going backwards. И прогресс или развитие означает, что есть улучшение или что есть движение вперед. Но по моему личному опыту, то, что видел и вижу я, то общество движется в обратном направлении. Since I became a devotee, the world hasn't become better. It's become worse. И с тех пор, как я присоединился к преданным, окружающий мир, он стал хуже, но не лучше. And yes, there has been some progress as far as material comforts, but because it's all being used for sense gratification, it's still zero, 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 zero. So many zeros, what they have accomplished. Конечно, за это время произошли изменения в плане улучшения и материального комфорта, но поскольку эти улучшения и прогресс он используется для обретения чувственного удовольствия, то все это можно просто помножить на ноль. And Prabhupada also writes, we are introducing a new style of life and civilization. Прабхупада говорил, что мы представляем обществу новый образ жизни и новую цивилизацию. Everything should be ideal. Все должно быть идеально. People have never dreamt of such a civilization. Люди даже и мечтать не могли о такой цивилизации, о таком обществе. Free life. Свободная жизнь. Happy life. Счастливая жизнь. No anxiety. Никаких беспокойств. And hope, great hope that we are going back home, back to Godhead. И великая надежда того, что мы отправляемся домой, обратно к Богу. By increasing the selling of the books, the world will become Krishna conscious. Увеличивая распространение книг, мы сделаем весь мир сознающим Кришну. All the world is in darkness. Мир находится во тьме. The scientists, Darwin, Freud, all in darkness. Ученые, Дарвин и Фрейд, они все в невежестве. This is the only institution that is giving some light. Это наша организация единственная, которая дает людям свет. And you must be convinced. Вы должны быть убеждены. And your preaching will be effective. If we are convinced of this, then our preaching will be effective. И если у нас есть полное убеждение во всем этом, тогда наша проповедь будет эффективной. We have no other business than to make people happy. У нас нет другой цели, кроме той, чтобы сделать людей счастливыми. By book distribution, your country will become happy and prosperous. Распространяя книги, ваша страна станет счастливой и процветающей. No cheating. Никакого обмана. No politics.
никакой политики. No personal ambitions. Никаких личных амбиций. Not a tinge of personal sense gratification. И даже ни капли, ни тени личного чувственного удовлетворения. This is our mission. Это наша миссия. So my concluding words, he said. И он сказал, заключая это. If we see someone so eagerly serving Maya, we should go more enthusiastically to serve Krishna. Видя то, как люди прилагают столько усилий и бегут на всех парах, служа Майе, мы должны бежать еще быстрее, прилагать еще больше усилий, чтобы служить Кришне еще лучше. Yeah, so those are some of the things that Prabhupada mentioned about giving transcendental knowledge to others. Это те вещи, которые Шрила Прабхупада говорил о распространении трансцендентного знания. And of course, today being Gita Jayanti, it's a wonderful opportunity for all of us to sponsor some books. И также сегодня в день Гита Джаянти это хороший день, чтобы спонсировать некоторые книги. There's 60 free persons here today. Сегодня наши more because there's some couples. 63 человека или даже больше, учитывая то, что есть семейные люди. So if each one of you at least sponsored one book, even one Bhagavad Gita, 60 free Bhagavad Gitas. Поэтому если хотя бы, если каждый из вас купит и распространит одну книгу, то это уже будет 63 книги Бхагавад Гиты. I'm going to be sponsoring Bhagavad Gita myself. Я буду оплачивать эти книги лично тоже. And would you like to follow me? Вы бы хотели присоединиться в этом ко мне? Would you like to sponsor a Bhagavad Gita or two Bhagavad Gitas or even more? Хотели бы вы окупить стоимость одной или двух Бхагавад-гит или больше? You know, find someone who's a book distributor and give him the money. Say, this is for 10 Bhagavad Gitas or 5 Bhagavad Gitas. Or give it to a temple. То, что вы можете сделать, вы можете обратиться к распространителю книг и дать ему Лакшми деньги, сказав, что вот это для того, чтобы окупить одну, две или 10 Бхагавад-гит. Или то же самое можно сделать, пожертвовав деньги в храм. Or you can just buy them yourself and then give them out to relatives and friends. Либо же вы можете сами лично купить книги и дать их родственникам и друзьям. So, if you really like being a devotee and you really feel the importance of spreading Krishna consciousness, then try to do this month. Sponsor one, two, you know, as many as you like, as many as you have the capacity to sponsor. And Krishna will certainly be very, very pleased with you. Поэтому если вы цените это общество, если вы счастливы от того, что вы являетесь преданным и практикуете процесс преданного служения, то, пожалуйста, займитесь этим в этот месяц, спонсируйте или распространяйте книги Шрилы Прабхупады. И, как говорит сам Кришна, что это сделает его очень и очень счастливым и порадует. Шрила Прабхупада's book distribution key jai. Jai. Any questions you'd like to ask about just this particular subject of book distribution? Есть ли вопросы касательно вот этой именно темы распространения книг? Hare Krishna, dear Guru Maharaj, thank you very much for your lecture, for japa and for inspiration you gave us to spread Bhagavad Gita books. I wanted to clarify one point. Because Srila Prabhupada said that this will be a golden, like a particular part of golden age right now, and the world will be like calmer place and better place. But from what you just said, and from what you see, and from what we see, world is not becoming any better.
And is there any hope that this golden age will come and the world will become a safer and calmer place or not? Thank you. Hare Krishna. Да, я благодарила Махараджа за вдохновение и за, за наставление распространять книги. И спросила насчет того, что Шрила Прабхупада все-таки говорил о золотом креплении, как о частичке золотого века, которая придет в наш век и сделает мир более местом спокойным, более как бы чистым. Но из того, что сказал Махарадж сегодня на лекции, и из того, что мы сами видим, мир не становится лучше, не становится спокойнее, и прогресса не происходит. И я спросила Махараджа, как бы вообще это случится, то есть этот золотой век придет или как бы надежды вообще нет? Вот такой был вопрос. Спасибо. Thank you for that question. It's a good question, and the answer really is the fact that you have become a devotee, the world has become a better place. Спасибо за хороший вопрос. И ответ будет таким, что даже тот факт того, что вы присоединились к обществу преданных, уже делает этот мир лучше. You know, the value of even one devotee in the world has no comparison to hundreds and thousands of non-devotees. Потому что ценность того, что один человек стал преданным, превышает ценность любого количества непреданных в этом мире. So you have made a contribution to the world just by becoming a devotee. И тем, что вы присоединились к обществу преданных, вы уже сделали позитивный вклад в этот мир. When I became a devotee, there were very few devotees around. There wasn't so many. I think at the most, Prabhupada initiated around 2,000 devotees. Когда я присоединился к этому обществу, то нас было всего лишь, ну, не так много. К тому моменту Шрила Прабхупада дал посвящение около 2000 преданным. I don't know how many there are today. Maybe someone knows, I don't know. But there are now hundreds and thousands of devotees all over the world. Не знаю, сколько точно сейчас инициированных преданных, но наверняка их тысячи и сотни по всему миру. So that means there is a difference. Это означает, что уже есть разница. Okay, so we may be looking more at the fact that the non-devotees are getting worse, and that's true. They have got worse. Да, если смотреть на непреданных, на обычных людей, то, конечно, у них все ухудшается. Of course, you know, worse and worse. I mean, even history repeats itself. We've seen in the past so many wars, so much destruction, so much annihilation of people. There's been many diseases and all kinds of mishaps have been there throughout history. So in one sense, there's not really so much of a change. Life goes on in their world as it was before. Но, с другой стороны, их жизнь продолжается так же, как и была до этого. Мы видим, что история, она, как говорится, повторяет себя, что какие-то войны, несчастья и катаклизмы, они были в прошлом, и сейчас мы наблюдаем их снова. Поэтому у них как бы все стабильно, нехорошо. And perhaps the only difference really is that they've become more sophisticated in what they do. И, возможно, единственная положительная вещь с их стороны является в том, что они стали более изощреннее и разумнее в том, что они делают. So it seems, sometimes it seems as if it's worse than before. Ну, как, иногда кажется, что это хуже, чем было раньше. But, you know, from my understanding, it goes on in the material world. It's a constant battle between presenting God consciousness and presenting material consciousness. It's constant. На моем понимании происходит так, что в этом мире что-то
происходит постоянно борьба между тем, когда людям дают сознание Бога, и между тем, когда они пытаются наслаждаться чем-то другим. But there's never been a time that we have today where there are so many devotees spread out all over the world. Но никогда еще не было в истории того, чтобы в мире было столько преданных, которые распространяют это знание. And one day the world will wake up to find out that they think that we're just a few Hare Krishnas on the street. Настанет момент, когда люди это осознают, потому что сейчас они, возможно, думают, что нам, у нас там всего лишь горстка кришнаитов на улице. When the news starts getting out, how many devotees we really are, and what is the impact that we've had over the last 50 years, and how we'll have a more, even more greater impact over the next 50 years, then the world will start opening their eyes to something that they wouldn't possibly have dreamed that's happened. Но когда пойдет молва и разнесется новость о том, какой вклад сделало наше общество за последние 50 лет и как в лучшую сторону изменился мир благодаря нашей проповеди, тогда они начнут замечать и оценят, положительно оценят то, что мы делаем. Yeah, and Prabhupada's books are being distributed in all the different languages of the world. И поскольку книги Шрилы Прабхупады, они распространяются на многих языках мира. As far as I remember, there's 193 different languages in the world. Если я правильно помню, то в мире существует 193 разных языка. And we are just about over halfway in completing Prabhupada's books in the different languages. И мы уже находимся на середине, посередине того, что книги Шрилы Прабхупады находятся переведены, напечатаны на половине языков этого мира. So, just continue being a devotee. Keep giving your mercy. Поэтому просто продолжайте быть преданными и раздавать свою милость. Okay. Договорились? She's gone. Hare Krishna, thank you very much. We're very grateful for your answer. Hare Krishna, we will do what you just said. Hare Bol. Hare Krishna. Hare Krishna, please accept my humble obeisance as all glories to Srila Prabhupada. I would like to share one realization that I currently have. So sometimes it seems like we have a lot of problems and our mind is not still and this kind of many thoughts in our head. But I made a choice to dive deeper into devotional service and it all suddenly disappeared. And it works with every service for me. But for the peace of mind, it's best the morning program and reading Prabhupada's books. And Хотела поделиться одной реализацией, которая у меня есть сейчас. Это то, что иногда нам может казаться, что у нас много проблем, что у нас ум неспокойный, и что материальная энергия, она напирает со всех сторон. Но для себя я нашел, вот недавно я принял решение, чтобы глубже окунуться в духовную практику, а в особенности, что меня вдохновляет это утренние программы и чтение книг Шрилы Прабхупады. И когда это произошло, то я понял, что все проблемы, они внезапно исчезли. And I would like to thank you for inspiring words. And it helped me better to understand Prabhupada's mood and also like his wish that we do not only practice ourselves, but more importantly, give Krishna consciousness to others. И спасибо за ваши вдохновляющие слова о том, что которые помогли мне понять настроение Шрилы Прабхупады в том, что он хотел, чтобы мы давали это знание, но также делились им с другими. And as I now I'm more absorbed in devotional service
in the practice, every word that you say like makes more sense. It seems more natural as you read Prabhupada's books and you meet the philosophy daily. Every word just seems like reality. И благодаря тому, что вы все это сказали, и понимаю, что все, о чем говорилось, это реальность и имеет, несет в себе большой смысл. So thank you very much. Спасибо большое. Yes, I love pointing the finger. Да, я люблю указывать на определенные вещи. There's nothing more that gives me pleasure than pointing the finger at the nonsense world. Нет ничего для меня приятнее, чем указывать на недостатки этого бессмысленного мира. And this point that you made also about reading Prabhupada's books, it's also as equally important to read than to distribute. И спасибо за то, что вы подчеркнули, что я соглашусь, что чтение Шрилы Прабхупады, книг Шрилы Прабхупады не менее важно, чем распространение его книг. No, Prabhupada, he used to get up at 1 o'clock in the morning and translate these books from different Sanskrit commentaries from the Acharyas. He would give his purports on the Srimad Bhagavatam, the Bhagavad Gita, so many of his books are there. And that was all done while we were sleeping. Интересно, что Шрила Прабхупада, он просыпался в первом часу ночи, чтобы переводить эти книги, чтобы искать в комментариях предыдущих ачарьев подтверждение слов. И все это происходило в то время, когда мы с вами спали. And one day he said to his servant while he was reading Krishna book, he said, what author reads his own books? No author reads his own books. И однажды ученик, он сказал своему ученику, что кто из авторов книг, из писателей читает свои собственные книги? Никто. And then he, instead of waiting for the answer from the servant, he gave the answer, because they're not my books. И не дождавшись ответа от слуги, он сказал, что потому что это не мои книги, поэтому я их читаю. They have been dictated by Krishna. Они надиктованы мне самим Кришной. Krishna was standing over my shoulder, dictating to me. Кришна стоял за моей спиной и диктовал мне эти книги. That's why I enjoy reading Krishna's book. Именно поэтому я наслаждаюсь чтением книги Кришны. Yeah, so what grace can there be more than the Supreme Personality of Godhead coming in the form of Vedic literature? Поэтому какую большую милость можно себе представить, помимо той, когда Кришна являет себя в форме ведических писаний? And the more we read the books, the more we can understand the foundation of all the practices that we're doing, so that we be more easier to explain to others. И нет больше радости, чем то, чтобы читать эти книги и потом объяснять и делиться ими с другими. He said to his servant, even if you just read this one book. Он сказал, что даже если вы прочитаете одну книгу, you can go back home, back to Godhead. Вы можете отправиться домой обратно к Богу. And he said, if you just read not even the whole book, just read one chapter, you can go back home, back to Godhead. Даже прочитав одну главу из этой книги, не всю книгу, вы можете отправиться все равно домой, обратно к Богу. Is it not even one chapter? You read one page. Даже если одну страницу прочитаете. And not even one page, you read one line. Или пускай не страницу, хотя бы одну строку.
And not even one line, if you read one word. Или даже хотя бы слово прочтите. Can go back home, back to God. Это позволит вам вернуться домой обратно к Богу. The books are so powerful, even if you just have them in your hand and you cannot read, but you just see the pictures inside, you can go back home, back to God. Даже если у вас вы не будете читать эти книги, но они будут находиться у вас дома, или вы будете держать их в руке и разглядывать иллюстрации, это все равно очистит вас и поможет вернуться домой. If you believe. Если вы в это верите. If you have doubts, there'll be some more training for you. Если у вас есть сомнения, то вам нужно еще набраться опыта. We have to come back again. Чтобы вернуться обратно в этот мир. Is there any other questions? Yes, Abhimanyu Prabhu has one. Hare Krishna, меня слышно, да? Хорошо? Да. Я хотел благодарить и рассказать историю Сангиртаны, чтобы вдохновить бедных, если можно, вчерашнюю историю. I would like to share my Sankirtana story from yesterday. В общем, вчера я взял две Бхагавад-гиты большие и думал, ну, как их распространить, особенно такой город, ну, не Москва, в общем. Я долго думал, как распространить эти Бхагавад-гиты, и неожиданно прошла одна женщина, я ей предлагал учение Шичитани. Она так, ну, не хотела сначала брать, но потом заметила, что, ну, это книга про Прабхупады, вот. И я сказал, если что, вот, ну, раз вы такая продвинутая, у нас есть Бхагавад-гита. Хотите? Она говорит, да, да, я знаю эту книгу, давайте, ну, посмотрим на нее. Я у нее спросил, откуда вы знаете эти книги? Она говорит, я слушаю Бхагавад-гиту. И когда я достал из своего чемодана, ну, Бхагавад-гиту, она очень сильно удивилась. Сказала, да, это действительно она, очень сильно обрадовалась. И потом я ей сказал, а вы знаете, какой завтра день? Завтра день явления Бхагавад-гиты, очень благоприятно ее дарить, читать, в общем. И она, в общем, согласилась, взяла две Бхагавад-гиты, учение Шичитани сверху, и пожертвовала очень большую сумму денег. Вот, и сказала, я буду ее распространять, в общем. Вот, Сангхиртана продолжается. И я хотел сказать вам спасибо за то, что, ну, вы сказали насчет блага этих книг, потому что это вот действительно вещь, которая меня очень сильно вдохновляет, ну, распространять книги. Вот. И Харе Кришна. Ну, хотя, конечно, благословение. Наверное, лекция это уже есть благословение. Yesterday I was in Sankirtana in a small town. It was not Moscow, and it was kind of hard to distribute books. But I had two Bhagavad Gitas with me, and I was thinking, how can I distribute them here? So I approached one lady, and I tried to distribute her the signs of Lord Chaitanya. And she was kind of hesitant to take this book. And then I said that if you're like advanced enough, we also have a Bhagavad Gita. And she was very pleased to hear that, because she said she listens the audiobook, Bhagavad Gita audiobook. And when I showed her the cover of the Bhagavad Gita I had in my suitcase, she recognized it. And she said, yeah, that's the one I'm listening to. So she took that book. And also then I told her that tomorrow is a very auspicious day. It's day of appearance of Bhagavad Gita, and it's very a good thing to take this book and to distribute it to others. So she was very inspired by hearing that, and she took two Bhagavad Gitas that I had, and also the teachings of Lord Chaitanya, and she was very happy. So thank you. That's what you mentioned, that the value of this book, it's exactly what inspires me to also to distribute them. Thank you for sharing that. Thank you so much. Про милость
дня Гиты Джаянти. Вот. Бхагавад-гита очень просто распространяет Гита Джаянти. Вот прям приятно выходить, распространяйте. Это реально очень милостивый день. Вот. За все мои года марафонов это прям действительно очень большая милость в этот день проливается. Так что не упустите ее. And also I wanted to mention to devotees that it's very easy to distribute Bhagavad-gita on the day of Gita Jayanti. Through all of the years I've been doing that, it's very merciful day, so please go outside and go out and distribute them. Thank you. Хорошо, спасибо. Okay, so anything else? I think that's all. Thank you so much for your association. Спасибо за ваше общество, общение. And we will see you again next week. И увидимся на следующей неделе. Alice, am I supposed to meet you this morning? It was not this morning. When is it? It's either this evening or... Yes, sir. Я Махарадж отправлял вам письмо и предлагала встретиться после джапы сессии. Вот. Ну, я не знаю, дошло ли до вас письмо. Yeah, Alice suggested that we stay after the japa session today. Okay, I will stay. I will stay and then we can speak. Да, тогда останьтесь, и мы поговорим, а все остальные могут выходить. Jai, Srila Prabhupada ki jai. The Prabhupada's marathon ki jai. And someone can say, Dear Shantidas Goswami ki jai. Dear Shantidas Goswami Maharaj ki jai. See, because Divya Shakti, she's too slow and she doesn't say it with so much enthusiasm these days. So maybe someone else can say it, okay? She does the translation and then someone can say thank you to me enthusiastically, all right? That's all I'm asking. Dear Guru Maharaj, thank you very much for all the inspiration you give us, for all this mercy you give us every Saturday. This is why I wake up on Saturday every morning. And Hirashanta Dasa Goswami Maharaj Ki Jai! Hare Krishna, thank you. So you're the one, okay? Every Saturday I'll see you and hear your enthusiastic praise. I don't need any praise, but you do need to say something. То есть тогда каждый раз, Матаджи Мариана, вы будете давать это прославление, хотя оно не нужно, но иногда необходимо, чтобы что-то сказать. There's too much silence in the world today. We need to shout out from our hearts the things we like. Слишком много молчания в этом мире, поэтому мы должны кричать и заявлять о том, что нам нравится и приносит счастье. Thank you so much. Hare Krishna. Гуру Махарадж,